Китайские власти в северо-западном регионе Синьцзяня приказали мусульманским семьям этнических меньшинств сдать религиозные предметы, в том числе молитвенные коврики и копии Корана, сообщает газета РФА. Дилшат Раксид, представитель группы мигрантов Всемирного уйгурского конгресса, заявил, что сообщения аналогичного характера появились на прошлой неделе из Кашгара, Хотана и других регионов. «Мы получили уведомление о том, что каждый этнический уйгур должен убрать из собственного дома любые предметы, связанные с исламом. Их нужно добровольно передать, а за непослушание будут предусмотрены суровые наказания», — сообщил Раксид. Okay.